Компании и люди используют QR-код для хранения и распространения информации. И о его создании сегодня мы как раз и поговорим. В меню настройки выбираем пункт QR-код и кнопку «Создать мой первый QR-код». Здесь выбираем тип поля, адрес домена, прописываем название и вводим адрес, на который отсканированный код будет ввести в итоге. Со страницы готового кода можно перейти к списку всех доступных QR. Количество кодов не ограничено, а в каждой детальной карточке кода есть возможность его скачать отдельным файлом или, например, полностью удалить. Клик по активной ссылке в карточке приведет вас на ту страницу, на которую попадают ваши пользователи, просканировав ваш уникальный код на сайте, визитке, в приложении или любом другом месте.